Для этого есть. Хороший винрейт у гирокоптера 3600-1600. Так, ну что, подключился Grimstroke, сейчас должна уже отжиматься пауза, и что у нас по лайнам? Нет, еще Tidehunter, Tidehunter отключился, по лайнам пока что все более-менее понятно, Шторм отправится в мид, на топе Висп должен стоять с гирокоптером, ну и в нижней линии Grimstroke будет стоять вместе с Бетрайдером. Кстати, Grimstroke с Бетрайдером тут могут очень много грязи сделать против этой Наги, либо же Нагу можно отправить в мид попытаться, но против Шторма это тоже не лучшая затея. Боги анализа в чате. Who won first game? It's first game. Так, ну что, отжимается пауза, тут уже шторму запули. В смоках, кстати, не будут отправляться у нас пытаться делать какие-то первые смоук-атаки. Кстати, можно было выйти тут под виспом, попытаться first blood сделать, стянуться. И что на слона? Она должна сейчас себе вардик поставить. Поставит, кстати, она его первая и, возможно, увидит, как будет ставить шторм. Поставила стандартный, что у нас у шторма есть, если что, сентрячок может прочитать своего оппонента, но пока что особо не хочет он этого делать. Гримстрок уже снизу, иллюзии сразу же на первом левеле вкачала себе нага, разводит их уже, чтобы получить лишнюю информацию по своим оппонентам. И, кстати, сейчас должна увидеть Гримстроука снизу. Возможно, даже свапаться будет. Тайдхантер захочет стоять против этой даблы. Но у Тайда тоже будут неприятности. Там с получением второго левела Бетрайдер уже сможет спокойно соло в него вгрызаться. Тогда также есть вард. Возможно, заблочит сейчас себе маленький отвод. И будет пытаться как-то линию выравнивать на себя. Кстати, Бара может привести ему с первой минуты, могут стать между Т1 и Т2, и спокойно себя пауза, это заливка, проплата. Там коэффициенты сильно изменились после пика, по идее нет, такие остались. На первую карту у нас, кстати, даже более-менее равная, 1.75 на 1.99, ну вот о чем и говорилось. Быстрые выводы, это не про GGBet. Там заявок очень много, поэтому, возможно, из-за этого. Ну, по идее, день это не так уж и много. На некоторых сайтах неделями не выводят. Поэтому это быстро. Возможно, для тебя там каких-то 5-6 часов это не быстро. Но, опять же таки, это зависит еще от банка. Если ты выводишь на карточку, вот я знаю по себе, с Киева на приват, то с приватом часто задержки, ты не можешь ничего делать. Просто банк тебе блочит, просит попробовать операцию позже, поэтому здесь это не связано с сайтом, ну не знаю, это я говорить тебе не буду точно, но с вероятностью
5 суток, да, и на иксе вообще бывает, там не выводят 10 дней. Кстати, я когда-то ставил на иксах, психанул, потом просто все слил. Поэтому один день это не так уж и много. Причем один день это не 24 суток, там часов 5. Это очень даже быстро. Факер. Давайте по рангам посмотрим, что у нас. 63-й, 1600, 126, 72 и 578. Это на Смурфе, скорее всего, играет. Где у нас тысячник? Сколько у него матчей? Хотя 6400 матчей 2012 года. Играет на саппорте, возможно, и нет. Но тут точно Смурфы, Властелины. 120-й. Так со счета не уходит, потому что создано. Ну, на каждом сайте по-разному. Не, бывает действительно, вот Invoker Play Poker выводят очень долго. Кстати, задержка очень большая, возможно, фризить будет. Причем задержка очень большая. Но пока что потом тут себя должны чувствовать очень хорошо. Гримстроку фармить не нужно. Висп, если что, там своим вторым спылом, своими спиритами сможет какие-то стаки гир еще поделать. Плюс потом лучше бы сразу уходили. Стаки поделать, потом получить экспы, попытаться получить быстрый шестой левел. И потом просто под шторма троем, шторм на ульте влетает, на релокейте влетает висп плюс один. Пытаться как-то убивать. Главное вот в начале сейчас не просесть и спокойно потом могут закрывать эту карту. По крайней мере первую так точно. Висп не контрится. Возможно, но тут очень жадный пик. Ланая будет фармить себе какие-то первые артефакты, дезолятор, дагер. Возможно, БКБ тут тоже нужно будет. Слишком много противных спылов есть. Также Нага будет выфармливать. Нага, кстати, сейчас если на линии очень хорошо отыграет Бэтрайдер вместе с Гримстроуком, Нага уже там с левела 3-4 отправится в леса и будет пытаться оттуда как-то камбэкать. Другого выхода у нее не будет. Стоит сейчас в кустах, не хочет показываться, кстати. Но снизу прошла инфа, то, что стоит у нас Гримстрок, иллюзия. Должны были спалить Бэтрайдера, поэтому если захотят свапаться, то это нужно делать прямо сейчас. Делать нужно прямо сейчас, потому что потом просто растпшатся сами потом. Если захотят, будут пытаться, возможно, сейчас отжимать баунти руну снизу. А, кстати, может у них получиться, да, СМ, которая может скачать второй спелл, но я думаю, это не лучше. Затея под Бэтрайдером, там уже три напалма имеется по Наге. Может она это все дело первым спеллом скинуть, но я думаю, все-таки баунти руну не получится отжать. Также висп у нас на топе пытается отжать. Висп отжал, это сейчас может выйти 3 в 1. По баунти все слишком хорошо для потом начинается, и вот... Если дальше так будет продолжаться, прохарасили, кстати, Тайдхантер на лоу хп и все-таки выживает на 50 хитпоинтов, если что, есть у него фласочка, сейчас будет отпиваться. Проиграла связка Ио плюс Гирыч. Кстати, довольно-таки часто китайцы играли, проигрывали вот на квалификациях. Но, увы, это сейчас не Китай. Поэтому, возможно, что-то здесь поменяется. Ну что, на миду у нас Шторм Спирит 3-2 уже начинает. Уланая 0-0. Не смогла она с первой пачки ни крипа не забрать, ни заденаить. Сейчас под тавером Шторм, конечно, упустил. Но все равно 4-2 неплохо. 4-2 неплохо. Уже получил второй левел. И сейчас просто должен денать всех крипов. Да, Уланая до второго левела вряд ли здесь крипов увидит. Хотя еще и поденаивает неплохо с ремнантом. Не получилось забрать, и Ланая хотя бы денает. Хотя бы денает, это тоже неплохо. И все хорошо. First Blood снизу у нас уже погибает. СМочка неплохо сыграна. Вот этой даблы, и вот сейчас у Наги будут неприятности. У Наги будут очень большие неприятности. Уже немножечко бустанулись по XP. И сейчас со вторым, как только появится Fairy Fly, я думаю, здесь будет
Очень сложно на линии, там еще и Бара просаживается, но Бара сейчас бежит на базу. Просто как-то все слишком хорошо начинается для Потэм, не может быть настолько легко. Тут Висп уже между Т1 и Т2 стоит, с крипами просаживается, правда, но если что, есть две фласки, есть стики, можно посадить веточку, скушать тангу. Здесь вариантов очень много, и неужели в соло сейчас убьет? Но так наглеть нельзя, и вот Виспа наказывают. Виспа наказали, причем наказали очень даже неплохо. В моменте, что у нас в миду? В миду по-прежнему шторма все хорошо. 5-3 немножечко камбэкнул на слона, но все равно по сравнению с 11 на 4 это не особо круто. Делает телепорт и просто на регенке улетает. Не хватило. Сбить даже не успел бы, если бы статик шторм поставил. Статик ремнант. Поэтому здесь просто регенку забрала, стянула чуть-чуть на топ. Два крипа вроде как пропустил здесь шторм. Но все равно по таврам вряд ли бы забрал, поэтому пока что у шторма по-прежнему все хорошо. Шторм себя чувствует неплохо, сейчас ремнантом должен забирать, хотя Ланая под рефракшеном пытается выденаивать. Кстати, шторм просел очень сильно, вортекс неплохо, но там уже откэдэшился, и Тайдхантер снизу погибает, точнее на топе убили его, также пытается прохарасить еще Баратрума, но, увы, Бару не взять. Бару не взять, у Бары пока что первый левел по-прежнему, третья минута уже. Также погибает СМ-ка, разменялись с Гримстроком. Давайте автоматическую поставим, что я еще не проснулся. Поэтому извиняйте, ТБ или ТМ. Понял, так, прохорашивает. Тут у нас Баратрума, Бара Чарж берет на мид, скорее всего, и отсюда улетит. Отменят его, наверное, вряд ли получится шторма убить. Времени только очень много потеряет, да, сейчас отхилится и себе спокойно будет снова пытаться на линии что-то сделать, но пока что делает только спасает свою жизнь. Больше ничего сделать не получается, подставляется Ланая, кстати, там скоро откэдэшится, если что, рефракшн хватит ли? Нет. Не хватает там буквально 2 секунд и за счет этого погибает. Шторм Спирит уже обеспечил себе выигранный мид. Нужно как-то задуматься о стаках. Пауза неспроста. Проплата, парни, проплата. Ну, как-то нужно камбэкать сейчас. Рэдиан, там нужно пытаться делать стаки. Стаки причем нужны, как и Тайду. Кстати, Тайд просаживается. Виспа нету рядом, отошел на отвод. И за счет этого не получилось убить Тайдхантера. Хотя Герокоптер готов идти дальше. Неплохо увидел сейчас, но главное не загулять. Сейчас какой-то шальной баш, и можно самому отлететь. Висп втягивается, неплохо спириты раскручиваются. Герокоптер лоу хп выхиливает его до последнего висп. И Гирыча здесь не убить, а на фласочку уже развели Тайдхантера. Не сможет он отрегениться. Также у нас улетает отсюда с телепорта Баратрум, и вряд ли уйдет отсюда Тайд. Да, Тайда забирает, также параллельно снизу убивает СМ-ку, ну и пока что просто тотальная доминация от коллектива Потэм. Здесь они себе уже ни в чем не отказывают, просто переигрывают. Переигрывают, нужно пытаться Тайда, наверное, отправлять в лес, пытаться ставить снизу триплу и хотя бы как-то что-то снизу делать Бэтрайдеру вместе с Гримстроуком. Равная команда, проверяй. Ну, по идее, да, тут просто по пику они. Уж больно хороший пик. Это вот как сегодня днем было со Сларком. Пикнули Сларка и за счет этого Сларка проиграли. Так, и по встречам у них две встречи. 1-1. Тайт туповат, я смотрю. Так, что у нас по предметам? Там уже первое появились. ПТшечка, кстати, Е донесет сейчас себе две маски, и у Гирыча пока что все очень хорошо идет. Он на первом месте, но вот Виспу главное время зря не терять, пока отходит, пытаться как-то какие-то стаки делать, чтобы только укреплять свою доминацию Гирокоптеру. И вот если сейчас такой вот Гирокоптер, который уже имеет 1-0-1, 32 крипа на 6-й, плюс уйдет в лес, подфармит стаки, тут выход в мид, убивает у нас слона, сентрячок, если что есть, это еще и минус Темплар Ассасин. Ну, просто все шикарно для коллектива Потэм. Сейчас Шторм должен толкать нижнюю линию, понимая то, что вряд ли ему что-то помешает. Кстати, стягивается Баратрум, будет пытаться сейчас к
камбэкать, но если Ланая снова погибнет, то это будет просто провал. Не будет телепорта, будет вынужден стягиваться в лес, а тут Тайдхантера находит, будет пытаться даваться нейтральным крипам, и, кстати, у него это получилось. О да, всегда. Ну да, на Сларка там как-то было очевидно. Как-то перенервничали ребята. Ну и что, нападения снизу идут. Кстати, тут стягивается Баратрум. Они вдвоем сейчас могут погибнуть. Просто до последнего может пойти. Но все-таки решает стянуться вниз. Также перетягивается Нага. Не хватило немножечко Ренжи, чтобы застанить ЦМ-ку. И просто отходят отсюда. Но тоже неплохо. Стянули троих героев вниз. Пытаются помешать пофармить Наги. Пока что получается у них это не очень хорошо. У Наги топовый крипстат практически, но по динаям отстает. У Герокоптера 20 динаев, у Штормспирита 11. Это уже как минимум по 7 дает за крипа. 70 и 140 голды с динаев получили. Можешь посмотреть у ТА и у Шторма. Да, могу. У ТАшечки 42-й, у Шторма у нас Властелин 7-й. Тут снова нападение, 4-й левел у Тайдхантера, кидается ультимативно от Герокоптера, правда мимо кассы, но все равно, я думаю, хватит урона. Первый спелл отлично работает по нему, это в очередной раз минус Тайдхантер. Забирает его, уже очень мало начинает давать закоров, также зацепили ЦМ-ку, ну и просто переигрывать здесь своего оппонента. И на миду сразу же килл, висп уже на миде, сентрячок, если что, есть. Тут можно и Бару сейчас забрать. Бара неплохой чардж, но у Штормспирита, увы, уже есть ультимейт. Есть ультимейт, влетает, сейчас замедлит. Последняя тычка, ремнант скоро откатится, нужно нажимать, но даже без ремнанта забирают. Пока что тут может быть 20-минутная, парня. Главное, чтоб не 2 по 20. Типа Архангельский? Нет, не типа Архангельский. Уже отвечал днем на этот вопрос еще давным-давно. Придумал такой ник. Герокоптер снова промазал ультимативно, пытается как-то сам развлекаться в двоих. Кстати, неплохо получается, а на миду снова убивают у нас здесь Ланая. Ланая сейчас, если погибнет, это будет очень печально. Погибает она, также Тайдхантер просел, просаживается и Баратрум. Здесь Гирыч уже себе 1 в 2 позволяет драться. Да, сейчас его могут за это наказать, но получится ли? Баш, если прокнет, то, я думаю, можно будет его убивать. Герокоптер сейчас зря стрейфанулся, должен догонять под арбом Бара, хотя висп и на развороте можно даже попытаться убить. Да, должен погибать у нас Герокоптер. Гирыча забрали, неплохо, зацепили еще виспа. Баши будут ли работать? Но тут уже перетягивается Бэтрайдер, не хочется тратить лассо, но все-таки решил потратить это. Это минус, это минус, правда, слишком много отдали за Гирыча. Хотя, почему много? Тут у нас Ланая погибает в пятый раз, 230, за Гирыча 300. Как-то дота тут неправильно работает. Спасибо за подписку, Анарин. Если прочитал неправильно, извини, не успел. Ну да, смурфы, 100%. С 2019-го. Выиграл в 2019-м. Насчет ника. Ник еще придумал, вроде бы, когда первая аркана вышла. Герокоптер снова нападает на Тайда. Тайд уже откровенно АФК стал, но это закидон. Причем закидон очень конкретный. Тайдхантер погибает. Тайд уже 2-5 имеет. Снова идет нападение на Баратрума. В миде пытается разогнаться. Будет ли как-то наперед Штормспирит летать. Пытается залететь, но, увы, убить вряд ли получится, хотя Гримстроук, если сейчас задует, если угадает, где находится оппонент, но, увы, не успевают, просто не прочитали. Он АФК встал, да. Тайд стал АФК. Ну, проплата прошла хорошо, не зря паузы две были поставлены. Деньги дошли. Ну и что, Шторм себе стоит, спокойно сейчас должен выфармивать леса, пока команда просто развлекается. Причем даже не команда, тут один Герокоптер чего стоит, пытается драться 1 в 2, неплохо получается, ультимейт, неплохо, должны убивать сейчас у нас Тайдхантера, но здесь нужно быть аккуратно, потому что могут полететь сейф-телепорты, там уже, если что, имеется ревич, поэтому можно и подставиться, а вот Баратрума убить нужно. Баратрума убить нужно. Спиритами, кстати, можно попытаться замедлить Тайдхантера, но Тайд очень быстрый. ЦМ-ка, если что, стоит. Так, Ревич на развороте просаживается у нас Герокоптер. Гирыча можно убить, хотя кто здесь будет убивать Гирыча? Это минус 3. По итогу и счет становится 3-17, 11-я минута. 5000 преимущества уже за коллективом Потом.
он там лагает. Так, шторм, кстати, стаки забирает. Стаки эти делались не для шторма, скорее всего, делались они для гирокоптера, так как Висп стоял на топе с ним, но все равно приятно шторму забрать. 90 крипов. У него Нага, кстати, не отстает. А что у нас у Наги? У Наги уже, если что, есть ПТшечка, будет выходить в манту. Неплохо, тут зацепили сайленс работы, должны замедлять сейчас кровью. Бару, бары должен быть чардж, но здесь есть лассо, сайленс также дальше залетает, это минус баратрум в очередной раз. Тут у нас по смертям не умирала пока что только Нага, спейсит для нее, кстати, спейсит более-менее неплохо, но я думаю, здесь одной Наги, увы, не хватит. Если бы еще у ТАшечки было все более-менее неплохо, то, возможно, шансы на камбэчную были бы, но, увы, 0-4, 12-я минута, 1 ПТ этого... Маловато. Скоро вам на хайграунд будут подниматься, а у вас... Плюс-минус. Главное сейчас темп этот не сбавить, потому что можно подставиться. Так, ультимейт хороший залетает у нас. Правда, виспа быстренько фокусят. Получится ли его убить? Урна работает неплохо. Игрокоптер просто 1 в 3 дерется. Забирает у нас уже лана. Также хочет забрать тайтхантер. Скоро откидаешься первый спел. Это еще и минус тайтхантер. И улетает отсюда только баратрум. Размансил в елках. И здесь уже 1 в 3. Готов драться. 1-2 он уже этот левел прошел. Теперь нужно идти дальше. Снизу нападают на Нагу. Нага сразу сбрасывает. Если что, у нее первый спел. Может попытаться размансить, но не сильно и хотят ее убивать. Там на топе уже Т2 вышечка падает. И пока что все очень идеально. Релокейт, кстати, сейчас будут пытаться драться, но там есть слип. Там есть слип, можно попытаться его нажимать. Хотя, а зачем? А зачем? Разве что не на подсейв. Хорошо у нас тут комбинирует. Сразу же слип отжимается. Погибает Гримстрок. Возможно, погибнет Бэтрайдер. Но Бэтрайдер все-таки уходит. Сделает телепорт. Башня работает. И Бэтрайдер спасается. Бегсием уже на топе оказывается. Висп вместе с гирокоптером. И сейчас можно попытаться Ланая убить. Рефракшн там скоро спадает. Нету 10 секунд его еще. И Ланая, ты же знала, откуда идет релокейт. Зачем ты сюда стянулась? И за это ее просто наказывает. Также погибает снизу у нас ЦМ-ка, и счет становится 22 на 4. Да, слишком. Слишком все печально. И как-то вот вроде и хочется дезоль фармить. Но здесь нужен и дезоль. Быстрый дагер ты не уже себе никак не купишь. Потому что, скорее всего, после дезоля будут покупать себе БКБ. Либо же вообще вместо... Дезолятора приобретет сначала Black in Bar. Так, снова зацепили ЦМ-ку. Но тут шторму нужно по-хорошему брать себе Bloodstone первым слотом. Вот с таким сейчас преимуществом будет набивать себе просто бесконечно. И будет бесконечная мана у него. Все-таки решает купить Орчит, играет сейвова, ну, Нага. Нага отстает не сильно, давайте по нетворсам посмотрим. Нага держится на плаву, при таком счете отстает всего лишь на 2000, это не так уж и много. Если что, Ревич, можно пытаться его раскастовать, Ревич раскастовался, но под Шрайном драться это уже слишком нагло будет. Хотя выхиливает неплохо у нас гирокоптер, гирокоптер все-таки погибает, сбивает с него стрик, также погибнет Висп, тычка летит, это минус 2 на развороте. Получили неплохо, получили больше, чем 600 голды, 700, 705 плюс-минус получили. И мини-камбэчная, но опять же таки, пока что как такового тимфайта не было, 5 на 5. Да, были 5 героев от коллектива Radiant, но пятером еще не собирались. Потом у нас уже гирокоптер дрался 1x2, 1x3. С виспом они 2 в 5 дрались, но 5 на 5 вот так вот потенциальную драку какую-то, которую они первые синициировали, еще не было. Так, шторм на всю ману влетает, неплохо. Гримстроук ультимативный комбинирует, туда сайленс уже прилетает на релкете, сюда гирокоптеры, но, наверное, зря сюда летели. Тут и без них уже справляются. Но можно ЦМ-ку зацепить. Нужно цепляться виспу от гирокоптера. Оставлять его здесь вместе со своей командой. Разбил
Еще и сентряк, и сейчас Т2 вышку в миде тоже было бы неплохо забрать. Знаю, что там нету слипа, хотя слип уже мог откдешиться. Нужно посмотреть. Да, слип уже есть, купила себе Яшу, но манта будет. Манта будет к 17-й, к 18-й. Неплохие тайминги, учитывая такую ситуацию на карте, но все равно. Тут слишком много наги надо. Наги нужна БКБ, наги нужна бабочка, наги нужна манта. Еще и какой-то слот на урон дополнительный, чтобы можно было как минимум хотя бы что-то 1 в 5 сделать. Те же диффуза тоже нужны. Поэтому здесь еще очень много фармить. Еще много фармить. Из плюсов то, что нафижено у нас коллектив потом. Если нага начнет камбэкать их зла. Потому что стрики со всех будут собирать. Слишком много голды будет лутать. Но мне кажется, такого не будет в этой карте. Хотя, кстати, вот насчет фонтана. Могут и зарофлиться. Могут и зарофлиться, пойти как-то драться там уже под Т4, пытаться ждавить под фонтан. И на этих ошибках можно ловить своих оппонентов. Поэтому не исключено, что такое может быть. А пока что манта появляется. 17.30, но там уже есть молния. Там есть молния. Вот сейчас купит БКБ, и гирокоптер будет неуязвим. Пытается тут напасть на виспа. Висп, если что, с гирычем, а куда бара летит? Бара летит умирать, там даже шайна нету, бару должны убивать очень быстро. Ревеш неплохо, вот теперь уже фокус от кого надо, но все равно этого маловато. Погибает Тайтхантер, камера тут неплохо у нас перескакивает, нужно свободную поставить. Сон кастуется под ультимейт CM-ки, и сейчас просто должны хоронить остальных. Погибает у нас ТАшечка, это уже минус 3, можно гудгейм писать, зачем дальше? Зачем дальше играть? Это вот как пословица есть. Тебя ударили в правую щеку, подставили левую. Тут примерно плюс-минус так же происходит. Нафидели на миде на топе, приди и нага. Нафить, нага вот 2-1 становится. Да, в этом файте она попыталась. У нее даже получилось вроде бы убить. Она закейсила или нет? Нет, виспа все-таки забирает у нас ЦМ-очка. Забирает ЦМ-очка, там уже гирокоптер у нас заходит. Просто ультимейтом скипает пачку, и сейчас две стороны должно падать. Нижняя, увы, не упадет, потому что Т2 вышка стоит, но все равно две стороны на 20-й минуте, даже до 20-й минуты, это очень и очень хорошо. Тайт, правда, мид за дефол скипнул крипов, но там уже на подходе, там уже на подходе, забрали Т3 вышку и отходят. Забрали Т3 отойти, это, кстати, неплохо, есть Райан, есть Роша, нету слипа, нету ревейджа, знают об этом, там уже откатится буквально через 15 секунд ультимейт у гирокоптера, и это фри Рошан, фри Аегис, и с Аегисом по низу Т2, и забирать, просто потом делать мега крипов, либо же просто заканчивать. Одно из двух, я думаю, сделают минус 5, и гудгейм уже все-таки напишет у нас. Коллектив Radiant тут снизу, кстати, зацепили Бэтрайдера, Бэтрайдер загулял, но все-таки, увы, выжить ему не получится. У них больше мотивации нет. Ну, кстати, у Тайда уже есть Владимир. Ему тут особо много не нужно. Хочет купить себе пайп, но пайп, мне кажется, здесь особо ему не поможет. Смоки были прожиты. Думают, что это Рошан. Будут пытаться как-то, возможно, стянуться к логову Рошана, но, увы, Рошана там никто не бьет. Тут нашли у нас, если что, Ланая, и Ланая погибает. Релокейт снова был потрачен, снова релокейт потрачен уже на труп Ланая. Помочь своему тиммейту не получилось, тиммейт и так сильный в соло справляется, купил уже себе Каю, и скоро будет Блудстоун. Пытается найти Нагу, Нага слишком быстро бегает, у Наги у нас 436. У Наги все очень хорошо, наверное, реально под фонтан пошли. Посмотрим, Орчит еще особо тут не реализовывал у нас Шторм Спирит, но пока что и не было надобности, даже без него справляются. Как-то слишком плохо спилы нажимает Radiant, вот кастуется у нас ультимативная CM-ка, туда же заходит слип, слип сразу же отжимается, и какой толк от такого слипа. Одно дело, если там телепорты какие-то позбивать, да, это было бы неплохо, нажал-отжал, но там телепорты не кастовались. Поэтому непонятно, что с ними произошло, но все равно
Есть надежда, верят они все-таки в эту кунагу, но хотя уже 21-й скоро редкликом себе купит диффуза. Диффуза здесь немножечко усилят ее иллюзии, причем иллюзии усилят очень даже хорошо, но опять же таки как-то даже не понимают файтика во фокусе. Было пару моментов, когда фокусили не виспа, а гирокоптера, и за счет этого это может очень сильно сказаться. Непонятно, почему заходят без Аегиса, можно было быстренько сбривать Рошана, тут боятся, наверное, Реведжа, но тут даже под Реведж ничего сделать не смогут. Наверное, единственное, что боятся, что Нага в слипе может зайти и забрать Рошана. Это вот единственная причина, почему не зашли на Рошу, либо слишком уверены в себе, увидели телепорт. Кстати, можно Нагу попытаться быстренько убивать, но там есть Тайт. Там есть Тайт, слип неплохо отзонили Тайтхантера, но у него даггера нету, поэтому зонить нету смысла. Должен походить, нажимать ультимативную, ЦМ-ка также раскастуется, и сейчас будет просто симфония спилов, это моментально минус 2, также гирокоптера должны забирать, пытаются на развороте кого-то с собой забрать, но забрать никого, увы, не получается. Также должен погибнуть Бетрайдер, нет у него даггера, чардж, это минус 4 на развороте. Камбэчная заехала, но тут слишком нагло подставились у нас. Потом мы за это их наказали. Т3 вышка пала, сейчас они появятся там, кто через 30, кто через 40 секунд. Висп, кстати, 50. Неужели байбек был потрачен когда-то? Вроде байбек не тратил. Блудстоуна еще нет, поэтому непонятно, почему висп дольше всех. И по левелу шторм выше левелом, а почему висп дольше? Непонятно. Непонятно, Дезоль все-таки покупает себе, будет покупать даггер до БКБ, но это ошибка. Это ошибка, потому что фокусит ее очень быстро, хотя БКБ тут тоже не особо ей поможет, есть, если что, лассо. Лассо, увы, проходит сквозь небесприимчивость к магии, тут пытается зафокусить сейчас обоих героев, все-таки разворачивается на Ланая, туда статик, точнее орчит, и это минус Ланая. Ланая погибает, у Ланая там счет очень хороший, 1-10, парни топ сколько? Топ-72. 1-10, неплохо. И сразу же заходит на Рошана. Кстати, Реведж скоро появится, 50 секунд, но я думаю, успеют забрать этого Рошана. Да, Рошан падает не очень быстро, но и не очень медленно. Я потому что... Чел, вот 23 минуты тебя слушаю, могу с уверенностью говорить, что ты первый человек с отрицательным IQ. Типа я? Так, там залетают у нас на цемочку, цемку сразу. Ты чушь поришь? Ага, понял, парни, принял. Так, пару. Тем временем у нас забирают, и это минус Баратрум. Это минус Баратрум, он даже сейчас не понял, что про него говорят. Так, парни. Да я так беспалевно съехал. Ну, какая Нага? Нага может камбэкнуть, причем может камбэкнуть очень даже хорошо. Нет, больше года. Намного больше года. Давай даже вот так сделаем сейчас. Видно, да?
Так, ну что, в смоках будут пытаться Нагу забирать. Нагу должны через лассо попытаться быстренько убить. Если что, орчит. Есть сайленс, и Нага тут, увы, отъезжает. Нагу забрали. Есть у нее, если что, байбека. Зачем Бара сюда влетал? Пытался, возможно, ее засейвить. Но засейвить ее, увы, не получилось. И сам подфидел. У Бары тут хороший закуп. Купается в золоте. Ну и Висп уже с гирокоптером толкает топ. Попытается, возможно, сейчас забрать эти два барака. Нет, но он спросил, год игра или нет. Посчитайте, сколько часов в году, сколько примерно человек в день может позволить себе играть. И это можно распределить. Не, не в главном. Меню. Так, 18 зарядов. У него как-то маловато. Как-то маловато. 15.16. Возможно, нужно было до Орчита покупать себе Bloodstone. Было бы намного поприятнее. Было бы поприятнее. Забирают последний шрайн. Забрали уже два шрайна. И теперь себе могут позволить спокойно заходить на хайграунд. Укрепили свою доминацию 19 тысяч, 18-19. Наверное, сейчас все-таки дождутся 30-й минуты, заберут баунти, докупят себе основные артефакты. Там, возможно, кому-то не хватает на БКБ. Сайон Диск хочет купить, скипает крипов на миду. А там снизу, кстати, Шторм Спирит сейчас может драться вместе со своей командой. Нага, можно было слип скастовывать, но побоялись. Но тебе все равно больше, не важно, сколько игр ты сыграл, там же игры могут быть по 20 минут, игры могут быть по часу. Нет, я не молча ушел с темы, просто я ответил ему на вопрос, зачем сейчас углубляться в эту тему. У него есть свое мнение, пускай придерживается его, никто ж не против. Он ничего оскорбительного не сказал, зачем его банить, но и общаться с человеком. Ну, он считает меня глупым, я считаю его глупым. Получается, мы оба глупые. И все. Ну тут, скорее всего, они продержатся еще 1,5 минуты. Я же говорю, по статистике, с пацаны, сайт не врет. Сайт не врет, мы зашли, посмотрели, там 88%, что эта игра будет длиться больше 30 минут. Поэтому... Так, а при чем тут вектор? Есть ссылка на сайт? Да, напиши восклицательный знак. Спойлер. Давай пока паузу покажу. Там не все разбираются, где статистика. Заходишь на LiveScore. И тут вот выбираешь матч свой. Тут слева есть статистика. Выбираешь статистику и тут себе смотришь. Вот, допустим, выставляешь по минутам. 30 минут выставляешь, тут показывает 80% вероятность, то, что это в этой карте будет 30 минут. Тут подробная статистика, как играли Потом, как играли Team Souls, и смотришь, оцениваешь, тут есть на киллы, сколько примерно киллов будет в карте, сколько Рошанов упадет, сколько карт в промежутке они сыграли и в каком патче было сыграно. Себе выбираешь, делаешь ставочки. Кто ставит не только на победы и на карты, кто ставит на какие-то гандикапы, пользуйтесь. Вроде полезно. Вроде пока как работает. Так, а при чем?
Ну вот Шторм летает, у Наги 3-2. Вот смотри, тут счет 15-1, Нага не умирала. Где здесь глупость? Объясни мне. Просто ты доказал, ты не смотришь, как играется... Ага, то есть нормально, он тут с Аегисом неплохо сыграл, пытался кого-то убить. Ты просто видно, что, дружище, у тебя меньше, чем 4500 рейтинга. Вот ты сейчас спалился. Весь тимплей в этой карте сейчас строится абсолютно под Нагу. Было Пуланая, все хорошо, возможно, строился бы под нее, но вот Нага здесь единственный герой, который может камбэкнуть. У нее у единственной все очень хорошо. Здесь прикол с Нага, я не понимаю. Вот вроде бы 20 тысяч преимущества у Наги, посмотри на Гирыча, посмотри на Шторма, посмотри на Нагу. Она держится на плаву, причем держится без Мидаса. Причем забрали, смотри, сколько товаров нету, сколько товаров забрали у нас коллектив. The Souls. Ну, так это и есть геймплей Наги. Ты просто бегаешь, фармишь, потом с 6 слотами выходишь и ломаешь кабинеты. Просто если бы была команда более-менее нормальная, если б, ну, тут нормальная команда у человека, все-таки ранги показывают свое, но, увы, не пошло. Проиграли в миде, но тут подстаны, можно шторма быстренько лишать маны. Тут, кстати, драка начинается, ЦМ-ка по-прежнему выживает, но все-таки забирают ее спиритами, неплохо. Тайду нужно раскастовать ультимативную, но, увы, Тайду этого сделать не дает. Слип заходит шикарно, а будет ли какое-то продолжение? ЦМ-ка нажимает байбек, будет пытаться лететь, но а куда лететь? Шрайна нету, Нагу можно попытаться быстренько зафокусить. Тут тычки залетают по шторму, шторм может отъехать, шторм все-таки уходит отсюда. И что там Нага? Что там Нага? Нага пытается хоть кого-то забрать, забирают Гримстроука. Забрали Гримстроука, и это неплохо. Это неплохо, получили с него хоть что-то. 506 голды, факер, правда, себе забрал, нужно было оставлять, возможно, Наге. Так, парни, отвлекся на чат, там уже минус 3 происходит, зафейлили они, подставились и за это, увы, их наказали. Нага, 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 ну, не знаю, дружище, у тебя как-то восприятие Наги неправильное, немножечко. Так, Тайдхантера тут, кстати, зацепили. Тайда должны убивать под эту ракетку, но там работает, если что, пассивочка, неплохо. Виспа также зацепили, виспа можно убивать. Висп тут должен погибать. Это минус висп. Состилил. У нас фраг Тайдхантер оформляет его себе. 486 голды за саппорт. А сколько у нас давали, вот, допустим, за 314 за мидера? Неплохо. Так, а за камбэк никто и не говорит. Тут... Сказано было, что у Наги все хорошо, и единственный герой, который может камбэкнуть, это Нага, но 1 в 5, увы, с такими слотами ты не подерешься. Ей еще фармить до 50 минуты. Вряд ли тут игра затянется 50 минут, хотя уже 35-я, тут 15 минут можно и попытаться. Купила себе Тараска, будет выходить в бабочку. Ну, главное, что зашла ставочка. Ставочка зашла, кто поставил? По минутам. Вроде неплохо. На шторма разгоняется, вопрос зачем? Понятно, отменяют в последний момент. Да, боится заходить, но увидели его на варде и сейчас просто должны убивать. Убивает у нас Баратрума. Также зацепили Ревидж. Ревидж неплохой, заходит, в скобочках нет. Забирают СМ-ку, забрали у нас уже Баратрума, также зафокусит и ТА-шечку, это минус 3 на ровном месте, трипл килл оформляет себе Шторм Спирит и начинает наваливать дальше. Так, кстати, Ревидж можно попытаться оформить, Тайдхантера сначала бы убить, все-таки решают зафокусить Нагу, если чем сбить телепорт, телепорт нечем сбивать, улетает она просто на базу, ну и хотя бы Тайдхантера не упустить, что у нас у Тайдхантера, Тайдхантер пытается сам засолить Бэтрайдера, но, увы, Бэтрайдера ты уже не убьешь и сам отлетаешь, и все-таки Герокоптеру достается. Трипл килл оформляет себе Шторм Спирит. У Шторма здесь 19-1. Счет 26 зарядов Блудстоуна. Здесь Шторм...
курну за твое здоровье. Нормально ты живешь. Человек мне что-то за хромосомы говорит. Или за IQ, не помню, за что ты написал, но одно и то же. Считай для тебя одно и то же. Так, Аеги забирает себе Штурм Спирит. Так, неплохо, зацепили у нас там. ТАшечку минус ТА, также погибает Баратрум, но это уже точно конечная. Точно конечная драка уже у нас там. Просто в одну калитку избивает всех Шторм Спирит. У Шторма здесь, кстати, может быть топовый урон на карте. Зацепили еще у нас и Нагу. Нага сейчас отлетит. Нет, у нее Слипа, также погибает и Тайдхантер. Это минус 5, трипл килл, теперь оформляет себе Гирокоптер. Байбек от Тайда будет пытаться сам дефать, но, увы, уже прописали. Good game, 35 минут. 35 минут, как и говорилось, до 35-й должны заканчивать потом.